Сейчас мы будем драться и танцевать, драться, драться, драться и танцевать. Смотри, они какие все, это прям зеленые. У нас ни одного зеленого. У нас тут, по-моему, даже нету даже отключения тут. Еще старые первые собрать. Так, этого спрячем сюда. Space зажать. Стазис. А мы на их 6 этих штук. Ну, да, по-моему, можно их выиграть. Они все 6-то туда что ли бьют? Что сделаем? 30% морозом? Mm-hmm. Давай морозом. И теперь сами себя. Тут еще два этих видишь. Не три. И стреляем по этим. Чтобы они не лезли к нам сюда. Да. Лезут, да? Кто у нас? Мади заколдовали. Опять мади будут бить, смотри. У нас еще тоже такого магов нету. У нас слабые мади. Они еще никому даже не могут попасть. Сюда им перейти. Долбануть по этой. Ага, хоть одну. Задал билет. О, там еще у них эти есть. А теперь я. Вот они наглые, слушай. Вот они наглые. Я не могу по ним попасть, они далеко. Одна есть еще. Еще сюда переходим. Так, этим, наверное, надо... Вот тут.
Я не проще буду стрелять. Коля. Моне. Что могут роботы? Ничего не могут, они просто стоят. Мола. Хаде мола, мола, мола. Хочу мола. Мола, мола. Мола, мола. Не по компасу не могут. Мола, мола, да. Вот по этим попасть, что ли? Добьем эту зверюгу. Надо каждый день записи копировать. Иначе то так сотрется, потом и все. И все опять заново придется играть. Представляешь? Что, выжила лошадь? Не выжила. Так, а если сюда мы поедем, можем мы по этим попасть? Ну, в принципе, да, можем. Давай сделаем всем. Беззащитность. Магом должно тоже попасть. Магия. Вон они все прячутся, нет, что-то все вместе собрались, смотри. Так, а как же по ним попасть-то теперь? Ни по кому не попадают. Это все, сюда перейдем, попадем по кому-то, ну-ка. Нет, тоже не можем попасть. Вот, блин, надо бы сюда вниз идти. Ладно. О, по небесной воительнице попадаем. По магам нет. Давай по воительницам. Одна есть. Маги по ним могут попасть? Нет. А что могут маги сделать? А, ну давай теперь их этим проклятием. Кого долбанным? Наверное, магов давай. Они самые злостные. Злобная мать, а.
Блин, что живое еще осталось? Работняк? Да вот этот работняк, да никак его не могу добить. Ни одного даже не получается. А ты как-то на углю. Ну вот теперь одного хотя бы. Вот ты стресс, блядь, не что-то вообще плохо. Что, тебе уже не интересно играть, да? Я заканчиваю, да? Да я все беру клик на клик и дальше буду смотреть. Да, мне уже все равно сил нет. Сейчас выигрывают, наверное. Ну вот так. Потому что у меня сил нифига нету. Всех моих големов поперебили, всех големов. Я не знаю, что делать. Сейчас этого убьют. У меня только эти остались одни. И один маг. Знаешь, еще Макова сейчас дал, их долбанет этим. Ну, все, вообще сил нету. Создай кого-нибудь. Ну, только я могу этих создать. Каменщиков? Ну. Ну, посоздавай 10 каменщиков, чтобы было. Их не создать 10. Только 3 можно сделать. А если делать каменщиков в одних каменщиках? Каменщиков и каменщиков. Тогда получится 10. Нет. Камешки. Что, выжила, что ли? Блин, вообще плохо. Этих двух я не смогу никак выбить. Сейчас. Вернее, два этих, это три. Вообще нереально. А может там есть обход? У меня вот этот один еще только останется. Один маг остался. Понимаешь? Это лечится еще, видишь? Сейчас будем драться с ними напрямую. Ну что к этому? Потом на мага, наверное, полезет. Ну-ка, ну. И повторный ход, все, убил его, да? Ты сейчас будет маг в мага стрелять, знаешь? Маг в мага, но маги одинаковые. Нет, наш слабее. Сильнее. Ну, у них одежда одинаковая. Ничего будем делать. Уже даже у нас ничего вообще не осталось, кроме какой-нибудь луч света.
Давай я лучше на свет его запалю. Ну, понял. Надо быстрее добить эту гадину. Один все типа дип там. Магу убили все. Фига себе, не вылечил все. Капец, ну. Давай заново. Он не сможет туда попасть. Но... Давай, что у нас еще в магии есть еще? Может, такая магия есть? Просто покупать которую? Что тут есть? Беззащитность, слабость, пелена. Это что у нас есть еще? О, огненный луч есть. Давай огненный. Ну, это надо как-то добить. Мало. Его чуть-чуть пригорело. Добили ее. Нет, нашего добили. Плохо. Она вылечилась, но... Мне кажется, никогда ее не победим. Опять как она снова ходит. Почему она по два раза ходит? Какой-то бред. И этот еще магия тоже. Нечестно. Давай заново. Давай кого-нибудь можно создать, может, призыв огненного элементаля. Давай. Куда есть? Хотя у нас нельзя, у нас всего одно заклинание такое. Мы потом не сможем. Как духа ветра. Короче, ничего делать. Мы не можем заново играть. Ну давай заново. Ну давай не будем с ними драться. Нет, надо. Надо их выиграть. А давай на самом деле набежим со сил, потом уже будем все равно. Нет, все равно. Наберемся магии жары. А нет, мы снова проиграем. Ну ничего страшного. Заново опять будем, что ли? Да, пока не выиграем. Что ты делаешь, Леша? По-другому, нет, так же пошли. Два хода еще. А что они на этих наоборот? У них 5 ходов не ходят, что ли, или что? Или 10 ходов? Ничего понять не могу.
А давай сильные, которые... У них там один это. Высота. Сядь, Папа, сиди спокойно. Пахнет кукурузными палочками. А Лера пахнет кукурузными лавочками. Нет. Ты палочками. А ты кукурузными грифами пахнешь. Я пахну. Ничего не пахнет. На магов напала, да? Ходим. Хальников. Почему не ходит по переходу постоянно? Нам бы где-нибудь воительниц купить. Не продаются нигде. Ну и что дальше? Ты что тут пишешь? Так, давай, подожди, Лер, ничего не трогай, пожалуйста. Хватит баловаться, а? Я не буду ничего трогать. Желтый огонь. Надо было с ним не клёвом. Желтый огонь. Не помогает это. Что не капает? Надо, может, броню всем делать? Надо всем броню делать. Каменную? Угу. Что ты делаешь? Сейчас сама будешь убрать. Не хотела сама. Будешь баловаться тут.
Я хотела помочь почему. Только балуешься и все. А ты доверь воительницу, она там только мешает. Воительница. Коля мне тоже мешает. А воительница пуделка. Я так не. Ты роботы слабые вообще, слушай. Мушка. А кто сильный? Холодненький с ладошки. Мальчик с ладошки. А еще что? И роботы с ладошки. Ну все, уже проиграли снова. Давай заново. Надо вместо магов взять этих роботов лучше. Будет лучше тогда драться. Каких? Ну, которые так сверху, туда в лоб. В прошлый раз я быстро их выиграл. Сейчас чуть немного быстро магов этих убрать, нафиг мои гады. И вот этих роботов взять. Они все равно тоже слабые. Нет, у них зато видишь, зелененькая какая штука. А было какого цвета? Так, что мы там не усовершенствовали? Давай вот что-то здесь мы, может быть, не усовершенствовали. Все, ладно, уже. О! Смотри, сразу поставим. Ой, давай делаем. Не зря, видишь, сделал эту штуку. Сейчас, наверное, будет легче выиграть с такой. Они еще и все улыбаются. И еще знаешь, что можно? Еще в маде им дать боевой дух увеличенный, да? А ну, это что-то было? Боевые трофеи, ладно. Давай, ладно, давай сохранимся вот так вот. Уже с новыми параметрами и пойдем драться будет. Сейчас полегче будет драться. У нас стало больше роботов. Да? Аж три штучки. Так, теперь эти будут защищать холодников. А что-то как кому-то бы. Нет, наверное, их даже вот сюда вот можно. Этих сюда пусть идут. Этих сюда. А холодников вот сюда. Чтобы они были спрятаны, да? Этих сюда можно. Или даже можно сюда их, да? Давай сюда. А холодничек? Холодника спрятали в угол. А в этом уголке они и давай найдут. Всем дадим эту защиту. Каменную кожу всем дадим. Но не успели дать каменную кожу. Уже убили одного нашего брода. Так, и холодников все равно боительницы убьют. А что они сюда идут-то? Что-то сколько они ходят? 8 ходов сразу за один раз. Давай это. Каменную кожу всем сделаем, да? Каменная кожа слабая. А каменная у нас сильная. Или давай как кнопку морозную наденемся. Да? Морозный. Морозный. Давай. Делаем сами себя сильнее. И долбим гадов. Ходительниц. Шикарно. Повер клевер. Шава хэви. Вот так вон. Мади опять. Опять мади, смотри. Сейчас убьют одного. И еще раз ходит мади. Ну что за ерунда? Не убили ни одного. Убили одного здесь. Еще одного не убили. Ага. Ты же видишь. Как не убили? Убили. Целую кучу убили этих. Они слабые, мне кажется. Магов бы долбануть. Давай, а давай заморозим.
их. Ну, я тут всех троих заморозим вот этих. Давай. Если тут посередине ударить, да, то, наверное, всех заморозит. Да, всех троих, смотри. А тогда они будут два хода ходить. Или четыре. Два, три, По четыре. кому-то по этим гадам мы можем попасть? Нет, не можем. Ну ладно. Давай пока тогда выйти не звонит добивать. Даже ни одного раза не смогли ударить. Просто напросто. И погибли все. Почти перебили эту тварь. Еду. Бутер сделаем. Я не знаю, что хочешь. Я на помаду. Ничего ж нету. Ну. Я ничего не вижу, платки. Пельмени свои. Когда просят? Ну да, никуда не куда еще.
мы с тобой зайдем, посмотрим, что. А там мы поиграем еще? Ну да, они приходят туда, играют, потом на площадку приходят, встречают что-нибудь. Еда? Потом опять играют и все, до обеда. Я беру еду и иду домой, да? Потом и тобой еду беру. Саша говорит, что нравится, они приехали. Три кухни, ой, кухня отдельно, два санузла, три плюс один, кухня отдельно. То есть, ну что, четыре комнаты, что ли? Ну да. Три плюс один, это же больше, чем наш. С отдельной кухней, новый дом, с газом. Ну там, видимо, папа искал, там, типа, несколько квартир, прям вообще на въедом, где там уже. Несколько квартир. До моря, говорит, 8 минут пешком. Они ходили. Говорит, ну море, конечно, с металлическим не сравнить. Ну хоть что-то. Лицей, ну, там, говорит, ну море и море свое, какой разница. Короче, говорит, 3000 лир. Офигеть, да, цена? 10 тысяч рублей. Шикарная квартира, трехкомнатная. Три плюс один. С отдельной кухней. Со встроенной кутой, давайте волосы надеваем. Ну-ка, что там у тебя? Смотри, какой-то пучок тут запутался. Ну-ка, сядь нормально. Нет, не стану, я а то потом, если не распутаю, придется волосы обстригать. Ты же не хочешь? Волосы стричь уже не хочешь? Можешь отращивать, какой из них? Видишь, вот если так сильно запутает, то мы тобой не сможем запутать. Надо поэтому расчесывать. Видишь, тут запуталось сильно. Мы же не будем волосы, надо расчесывать, иначе придется отстригать. Все, мы побеждаем. Победа! Да, я еще не дорасчесала. Почти уже победа. Садись, я доделаю, папа кушать уже хочет. Я пойду готовить. Ты меня отвлекаешь. Огурцовые бананы. Бомс, бомс, бомс. Огурцовые бананы. Садись. Все, вот уже опять обтрепало, опять волосы собисывались. Одну косичку. Ну, ты можешь посидеть минуту спокойно. Одну секунду. Я тебе сделаю, пойдешь, хоть закрутись башкой. Минуту не может, может только секунду. Кукуруку, кукуруку, где ты спрятала мне руку? Это место я забыл уже. Вот это место. Так, где же эти? Сделала, как будто я делаю первый раз, да?
хотят правильно. Так, подожди, мне что надо? Мне что надо пока? Я же этих много покупал, товарищи, проверяю все. Сохранение. Все, спасибо за внимание, всем пока.